Превратить свою дачу в музей под открытым небом решил житель села Шамиль-Калаун Сухульского района. Он собирает старинную утварь, необычные предметы интерьера. В ход пошла даже старая спутниковая тарелка. Музей набирает популярность не только среди жителей региона. Все своими глазами увидели и гости из разных уголков страны. У Магомеда Магомедова впереди большие планы, которыми он поделился с нашим корреспондентом Лианой Парчуевой. Сначала здесь появился сад. К 70-летию победы в Великой Отечественной Магомед Магомедов решил посадить 70 плодовых деревьев. Сварил из старых труб декоративный пулемет, соорудил своего рода мини-памятник. И местные жители назвали его «Садом Победы». Я хотел бы, чтобы вот идея вот развития туризма, это все, короче, в Дагестане, ну как-то, короче, ну от государства, что ли, как-то поддерживали таких людей, как он. Это очень энергичный человек, который все время, у него столько фантазии, короче, вот за ним не угонишься. Потом в этом саду стали появляться необычные изделия. Старая спутниковая антенна оказалась хорошей крышей для летней кухни. Покрышки стали вазами для засушенных горных трав. Но жемчужиной своего дворика хозяин называет декоративную саклю с маленьким фонтаном, который Магомед сделал сам. Особая гордость хозяина – каменная печь собственного дизайна. Кроме того, отсюда открывается живописный вид на Эрганайское водохранилище. Решил, зачем мне бегать туда, чтобы накрутить шашлыки, зачем мне бегать за водой, зачем мне туда вот на водопад. Почему я не могу построить у себя здесь, ну, мини вот это все. Решил и построил, ну, недостроенный у меня. Мне привезли вот брат мой двоюродный, ездит все время в горы. Я ему заказывал эти камни. Этот камни привезли мне из Кахабрусова. В ход идет абсолютно все. Старые кувшины и вазы – предметы быта горцев. Магомед посвящает своему увлечению все свободное время. Признается, с такими затратами мог бы построить дом. На вопрос, не возражает ли жена, смеется и говорит, что она его главная муза. Она не только вдохновляет, но и помогает реализовать идеи. Отношусь положительно. Нравится, чем он занимается. Ну, поддерживаю его чуть-чуть. Иногда участвую, большинство он участвует в этих процессах, фантазер, короче. Свою дачу Магомед Магомедов называет «маяком». У него еще много планов по благоустройству этого уголка. Туристы из России часто заглядывают сюда. Гостеприимный хозяин рассчитывает, что на его огонек будет собираться множество гостей и со всего мира. Лиана Парчуева, Руслан Салихов. Время новостей.